Дарья, во-первых, первый вопрос, конечно, как сейчас ваше самочувствие? Ну, по сравнению с несколько недель назад намного лучше, потому что хожу я уже нормально, в принципе, без боли. Не могу делать некоторые движения, там наклониться вниз, например, но прогресс налицо. Буду делать где-то через 3 месяца новый снимок, чтобы посмотреть уже, как все заживает. Да, на самом деле все очень волнуются и готовы ли продолжить спортивную карьеру. Вот это самый главный вопрос, который всех, наверное, ваших болельщиков, поклонников интересует. Ну вот сейчас опять-таки надо посмотреть, как это будет заживать, зарастать, потому что это очень важно, да, потому что не знаешь, как эта травма скажется в будущем. В принципе, вот сейчас отдых. Начну реабилитацию, потому что мне сказали сначала полностью отдохнуть, чтобы избавиться от болевых ощущений. И начнется реабилитация, сделаю еще снимки, там вот уже будет видно, в принципе, тело само скажет, да или нет. Все равно вы спортсмен, которым гордится Тверская область, сегодня накануне такого знакового события, получаете награду, вознаграду. Насколько для вас это важно? На самом деле очень важно, потому что все равно мои корни всегда здесь, моя семья здесь, родители здесь живут, я всегда очень рада возвращаться, и мне также радостно слышать, что у нас все-таки развивается спорт, потому что подрастающее поколение — это очень важно. Мы все хотим также потом наблюдать через 10 лет, что из нашего города завоевываются медали, и, конечно же, ну, только положительные эмоции, когда у меня есть такая возможность представлять свой город, находиться здесь, быть здесь, ну, только радость вызывает. Мой вопрос вели, это стадион, это или манеж, или как эти концерты, на встрече с губернатором об этом говорили, как-то что-то сказал? Ну, сейчас знаю, что вопрос решается, что делать с стадионом «Химик», но вопрос еще не решен, там две версии, либо оставлять стадион, либо делать другой проект, и также сказали, что, в принципе, будет восстанавливаться центральный стадион, поэтому, ну, надеемся, так как если нету места, где тренироваться, нет спортивных объектов, конечно же, происходит отток спортсменов, как я, в принципе, в свое время, я переехала в Москву только из-за того, что мне негде было тренироваться, вот, поэтому, если будут спортивные объекты, то и спортсмены будут здесь оставаться, и будет приток новых спортсменов, что только плюс, естественно, Твери и Тверской области. То есть правительство окажет поддержку? В проекте есть, да. Спасибо. Управляйте.